Хорошо защищается Гиртхем. Как видно, имеет понятие о том, что нужно делать в такой ситуации. И развернулся, улучил момент. Австралиец, посмотрите, теперь уже он находится сверху. Посмотрим, как он себя проявит в этом положении. Бить неудобно сейчас Тренту, но это начинает он атаковать. Поднялся на ноги, да, и вот такие амплитудные, достаточно жесткие удары. И прихватил ногу соперника. Садех пытается крутить пятку. И тут же Гиртхем пытается делать аналогичное. Да, ну, как правило, эти приемы обоюдные. Потому что удобно. И вопрос лишь в том... Кто кого перекрутит. Все, и сдается Трент Гиртхем. Перекрутил как раз-таки. Ривера complained to the referee about something. I can't tell what he said, but... Maybe he said this guy won't stop hitting me. Yeah. This is a weird. Yeah, what is this? Up. Elbow, elbow. Yeah. Oh, Kyle going for a twister here set up. Okay, yeah, he's got yeah, it. Yeah, he is, and he's got it. Oh my, no oh, way. Wow. No way. That's the craziest. Twister. Are you kidding me? He lost the arm. What a weird position to set up. Oh, man, he's going to do it. Нет хорошего контроля, и да, получается, что Ермеков довернул оппонента, оказался сверху. Вот так вот Кельмикеев, имея некоторые преимущества, уронив своего оппонента в стойке, просто взял и потерял позицию в партере. Но видели мы, что активно он работает, подкручивает сейчас на рычаг локтя, и треугольник в итоге закрывает. Хороший плотный захват. И не в ту сторону начинает забегать Ермеков. У него, в общем-то, нет вариантов забежать в другую, потому что там клетка будет. И усложняет таким образом себе жизнь. Еще плотнее затягивает он себя в замок Дениса Кельмикеева. Есть сдача. Постучал. Довлет Ермеков. 43. Прямо сейчас вашему вниманию заключительный бой предварительной части. Легчайшая весовая категория. Дивизион до 61 килограмма. Два непобежденных бойца. Магомед Али Магомедов в синем углу. В красном Рамазан Сулейманов из Грозного. Ваши комментаторы Алексей Володин и Роман Сафронов. Всем доброго бойцовского вечера. У нас тут очень накаленная, напряженнейшая обстановка. Пытался мастить Магомедов изо всех сил и не оставляет надежды. Вот здесь быстрый переход на треугольник. И армбар пошел. Прием. Все! И это закончилось все-таки в первом раунде. Big right hand or left hand glances off the chin of Marshall Kemp. As you see the dexterity of Marshall Kemp too, very flexible. But there's the relentless pressure wrestling that Jose Martinez offers. He's a very grueling guy to deal with on the ground. He's nonstop pressure, and this is where he wanted the fight. Ooh, Marshall Kemp with a super tight guillotine attempt right now. Holy cow, was using the guillotine to get to his feet. That's why he's so dangerous, Justin. He's unbelievable on the ground. Ninja choke attempt here. He's trying to get it again. And it's just getting tighter and tighter. He taps! Holy cow! Wow! Holy cow! Oh my. Еще одна попытка зайти в борьбу. Бросил ноги там Шамиль Бараев. И что здесь? Либо на себя затащат. И продолжится у нас борьба. Или может подняться и пробить коленом. Ну да, предусмотрительно здесь ставит руку. Периодически опускает ее. Да, и... три точки нельзя бить. Ну да, очень опасная ситуация, не стоит, наверное, рисковать подъемом этой руки. Там не только руки, опять же, если касается нога, да, колено и, да, три точки, не забываем. Там и без руки партер. Там прием пошел вот. Тем временем. Смотрим, смотрим, верит в этот сабмишн Шамиль Бараев. И что, получится отсюда прям контроль ноги нужен еще. А все, ничего себе. Фантастика. Вот это да. Хорошо. Вот так. Вот так. Show you
real high and that rear hand low, which can be dangerous. Big takedown there by Bolt. Arvin kind of going for a guillotine here. Lost it. Big shots by Bolt. Good shots. Ooh, Arvin has to be careful giving up his back. Oh, that's under the chin. That's under the chin. Oh, Mills trying to fight those. He's got the arm trapped. He's got that arm trapped. Ooh, this might be it right here. It's hard to say. It's a tough Ernest, angle to see. Ernest switch sides. He's got that gable grip. I can't tell if he's under, and that's the tap that right there. That is it. Wow, that was fast. Меняется ситуация. Удалось освободить голову Идрису. Он в халфгарде. Сверху Идрис Гизалов пытается подняться, и удается это сделать Игорю Литошику. И уже Гизалов прихватил на удушающий своего соперника. Все. Все. Ну что ж, в общем-то, Идрис Гизалов... С раздошки атака по защите. Тут же бэклет, заход в борьбу. Шикарно. Кто будет лучше здесь? Оказывается, сверху Изяжаров. Забирает шею. Ноги назад. Динамика просто сумасшедшая. Да, пытается забрать там замок. Смотрим, и секунды подсказывают. Сейчас говорит Расулу, что не идет. А у Яшарова свои планы по поводу этого приема. И есть там замок. Смотрим. Закидывает ноги. Мне кажется, что справа вот стороны шеи как раз есть пространство. Смотрим, все! Был в итоге обесточен. Готов зарубиться. Смотрим! Удушающий пошел. Выкручивается Гонсалес. Удар в голову. Отбрасывает ноги. Встает. Встает Владимир Васильев на грани. Опять же человеческой возможности. Колено. Дважды в голову. Вообще бой-то получается шикарнейший. И вновь захват, вновь удушающий. Смотрим, полминуты еще, вдруг получится. Терпит Андерсон Гонсалвес, пока не отключается. И... следит Валуевич. Да, Дмитрий все видит. Там хороший зал. Все! Досрочная победа Владимира Васильева. Рубка с первых секунд. Да, это то, что мы так ждали. Колено! И здесь сзади практически оказывается Гуков. Забирается за спину. И пытается провести удушающий прием. Смотрим. Очень хороший замок. И снимает что? Руку. Да. Еще одна попытка. Пытается все-таки удушение провести Альберт Гуков. Крутит у спортсмена, тратит силы. Альберт, еще один заход. Да, растянутым оказывается. Все! Вот так вот! Менее чем за одну минуту. Готовит удар слева. И в одну ногу проходит Джураев. Ух ты! Удушающий! Отсюда Многомеда. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.